Отдел МВД России по Славянскому району обращается к жителям с просьбой быть предельно внимательными при получении денежных купюр на рынках и в торговых объектах. Число фальшивок, находящихся в обороте, продолжает расти. В отчетном периоде 2021 года на территории Славянского района было зафиксировано 15 фактов сбыта фальшивых денежных купюр. Обычно они выявляются уже при инкассации в банках с торговых точек. Проводится проверка. Большинство выявляется, вот если в 2020 году у нас был больше уклон на тысячные купюры, в 2021 году у нас 15 фактов, 10 фактов только 5000 купюр. С населением, также с индивидуальными предпринимателями проводятся профилактические беседы, чтобы больше обращали внимание на перфорацию купюры, чтобы она на более качественно, чтобы проверяли детекторами подлинности купюр, чтобы ставилось видеонаблюдение в торговых объектах, чтобы было лучше нам отслеживать и фиксировать и задерживать потом граждан, сбывших данные купюры. Качество настолько сейчас хорошее, что даже детектор подлинности купюр уже более позднего образца, уже даже с 2015 года, он уже их не видит. То есть поэтому качество с каждым годом растет и растет. А жителям больше обращать внимание также на людей, которые вызывают подозрения в кепках, в очках, при этом обращать больше на купюры. В 2020 году у нас был осужден гражданин Славянского района, который понес наказание реального срока, ему дали 2,5 года, также за сбыт фальшивых денежных купюр, которых он приобретал через сети интернет в городе Москве. А наказание будет разное, части 1, части 2, это от 8 до 12 лет лишения свободы. Уважаемые граждане Славянского района, будьте очень бдительны, обращайте внимание при получении денежных купюр на номинал тысячный, пятитысячный купюр. Если есть какое-то у вас подозрение в подлинности, сообщайте сразу по номеру телефона 02, отдел МВД по Славянскому району.